нырять. Только сразу оружие переодеть. Сейчас реколы прям в нас голову. Ну, нет, но там анвенкеры. Какие, что ли? Да. Ну, надо нас голову уже забрать. И тут анмейкер. Блин, анмейкер в путях. Где достанут? Говорю, не везде достанут. Кроме Cloud Plains. Единственное место, где можно расслабиться. Хотя бы по этому поводу. По другому поводу там расслабиться что-то не получается. Постоянно какая-нибудь подстава. Да. Типа бронзовый голем. Вот как последний остался, и они перестали попадаться. Кибердемоны? Да. Очень непросто. Даже без них. О, два назгула. И уник. Пути. Одна проблема. Это все надо как-то выманить. Шесть копателей. Пять просто ходящих через стены.
сам счет уник. Фиговая. А у меня еще палок стен нет. Может было кривера нафармить. Лестер Блэк Ривер не умеет ходить через ямы. Интересно. Тоже не умеет ходить по ямам. Самое смешное. Там можно копнуть, где нет ям. Ну, здесь, например. Thank you.
Сергеем, конечно. Что? Взял? Да. Как Great Hammer of R плюс 2, 51 уровня. Он еще и бухой, оказывается. Странно, машины не бьют. А бегает криво. Штормит его туда-сюда. Блин, зачем он свет кодить? Ну-ка, сколько у него ракета стоит? 60 маны. По 450 дамажит по манекену. Отстой вообще. Они все такие слабые. Блин, нельзя их разделить, чтобы они подумали, что им в разные стороны идти надо. Должна же быть какая-то точка. Да ладно, бей двоих прям. О, только что они же не в разные. Да блин. Вот. Нет. Меня что-то не убили, пока я пытался их разделить. Они шли какое-то время в разные стороны. Смотри, как они разделились. Ривер убить. Лича. Иди сюда. Все, лича нет. Есть моменты, когда они в разные стороны идут. Пятька. Вот. Нет, нет. Ладно, надо с этим сейчас разобраться. Да я говорю, аккуратнее. Я бы сейчас прям с двоих не позамесился. Пока один дойдет, уже первого уже заберешь. Да, да, в этом смысле. Ну так, уже. Нет, еще немножко. Еще тех личей забрать. Это сама. Вот теперь можно. Главное, чтобы уху не сломали.
Вот это тоже подстава. Блин, теперь они снова вместе. Так. Я говорю, лучше всего. Не, вдвоем убить я не хочу, ячек осторожнее. Хорошо, хорошо. Я не настаиваю ни на чем. По клеточке их разведу, так столбалдичу. Ладно, на самом деле я осторожный только в тот момент, как мне не надоест. Что они такого, что один из них ТП-шек да, имеет да. И очень часто этим пользуется. Именно это. А еще что более фигово, то что он идет первым. Смешно за ними наблюдать. О, смотри как. Затупил. Все. Добился своего. А вот, кстати, не такое, что они походу поменялись. Угу. Минус оружка. А знаешь что? Что? У меня тут с собой есть одна оружка. Только вот это вот надо. Ну только не кулаками. И пошли все. Но сработало же. Ну да, сработало. Думколлер помог. Отличное оружие. Продолжай снимать. Так, естественно, ничего хорошего не кину. Но зато какое теперь спокойствие. Теперь за оружку можно не беспокоиться. Ну, если только свордмастер какой-нибудь подставить. Жубей какой-нибудь, да? Ну, жубей это ты сразу видишь, ты к нему не полезешь. Так
как свордмастеров я, в принципе, тоже достаточно хорошо вижу. А, ну, понятно. Для меня сюрприз всегда. Ты думаешь, какая-то мелочь? Забрать. Кто дышит? Ну, с полтосом в этом мастере они очень редко выбивают. Но выбивают. Бывает. Грустно звучит. А если там какая-нибудь дичь творится в это время еще? Это звучит еще грустнее. Так, сколько у меня там хилок уже? У меня их столько, что они уже не влазят. Это значит что? Пора идти на Моргота рогой. Да. Я не пойду. Ты берешь идеи для имен персонажей? Просто берешь рандомную страничку с... Нет, я просто кликаю, пока мне не понравится. В смысле... Рандомный... Ну, да. Игровой рандомный этот. А-а-а. Ну, иногда что-нибудь поменяю, там пару букв, наверное, нас. Там уже